Все лучшее детям, поэтому возведению социальных объектов в Щелковском районе уделяется пристальное внимание. Алексей Валов посетил два строящихся детских сада в Первом Советском переулке и микрорайоне Анечково. Стук молотка разносится по зданию детского сада в Первом Советском переулке. Учреждение уже построено, осталось дооборудовать объект мебелью, мягким инвентарем и провести пусконаладку. Сад укомплектован практически на 99%. Осталось там небольшие штрихи, довести оборудование и довести мебель, потому что пока все на складах. Установлены мебель в группах, установлена полностью пищеблок и прачечная. Садик рассчитан на 170 мест. На данный момент рабочие устраняют недостатки, выявленные в ходе проверки надзорными органами. Работают потихонечку, устраняют, лестницу покрасили. Доводят все внутренние инженерные системы до состояния, когда с ним можно провести пусконаладочные работы. Поэтому вот такая сложная система, которая существует, безопасность в садике, она заставляет такой длительный период пройти пусконаладки. Высокая степень готовности и у детского сада в микрорайоне Анечково. Объект тоже уже построен. Необходимо установить мебель, завести мягкий инвентарь. В какой стадии сейчас находится комплектование садика? Где-то на 80%. Отсутствует только мягкий инвентарь, не поступил. Он будет только где-то в середине февраля. Это имеется в виду матрас. Нет, матрасы есть, одеяло, простыни, подушки, полотенца и все остальное. Кроме того, застройщик еще не устранил недостатки, выявленные Госпожнадзором. На следующей неделе проведем совещание. Сначала дефектуем, потом проведем совещание и уже под даты поставим план устранения, соответственно, всех недостатков и дефектов. Соответственно, тоже в феврале сдадим. Стоит отметить, что детский сад оборудован бассейном. Учреждение рассчитано на 220 мест. В нем будут работать 12 групп. Дарья Соснегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания «Щелково».